Вчера наш канал разместил информацию о том, как в Балаково решается проблема с отоплением. Директор управления ГО ИЧС Андрей Багасин на планерке в администрации отметил, что на данный момент в городе остаются два основных проблемных дома. Однако есть и точечные отключения, по которым также проводится работа по наладке теплоснабжения. Мы просили балаковцев оставлять под видеосюжетом комментарии с адресами, где наблюдаются проблемы с отоплением. На основе этого мы составили карту и поинтересовались у Андрея Багасина, куда жители могут сообщать о неполадках и каким образом отслеживается ситуация с отсутствием тепла по каждому адресу. Вчера на планерке вы сообщили, что проблемными остаются только два дома, но жители сообщают о большем количестве адресов. Мы эти заявочки передаем, отслеживаем, отрабатываем, передаем в тепловые сети. Созваниваем с управляющими компаниями, то есть проводится мониторинг, что проведено, есть улучшение, нет улучшения. Вот, отработаны эти вопросы, не отработаны. То есть работаем по точным вот этим заявкам, если жители звонят. Вот таким образом. А вот подскажите, куда обращаться жителям? Ну, либо в управляющую компанию, либо в ЕДДС по 112. В свою очередь, наш канал отправил письменный запрос в администрацию БМР с указанием всех адресов, оставленных нашими зрителями в социальных сетях. Следите за нашими новостями на канале «Балаковский репортер», ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал на YouTube.